Всем привет! И сегодня у нас в рубрике «Зацени» игра под названием «Крестоносцы потерянных идолов». Перевел в Google данную игру. Играем за какого-то такого партнерства. А почему-то кликать надо. Короче, убиваем монстров, да, я так понимаю, зарабатываем золото. Даже кликать не надо, да. Обычно какой-то кликер получается. Даже не кликать вообще. Это прикол нормальный. Можно прокачивать. Зачем переходить в следующий? Thank you.
Вообще тут можно даже не играть, просто включить эту игру, прокачать парней, да, и просто... И просто уйти. Я не знаю, ну что, ребята, игра лично мне, как бы, ну как сказать, не люблю я кликеры. Ну, своеобразная. Мне не нравится, что с одной стороны я тут могу не принимать вообще участие. Это минус. С другой стороны, кликать тоже запариваешься. Просто смотришь, как игра потихоньку проходит, нажимаешь, где тебе надо, кого прокачать, и кайфуешь от этого. Ну, не знаю. Мне как бы не особо в целом данная игра. Но вы всегда можете сами ее заценить и высказать свое мнение. В Steam она сейчас бесплатна. Так что скачивайте и заценивайте. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.